Дню Великой Победы был посвящен праздничный концерт, что проходил в местном ДК 7 мая. 69-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне пришли отметить участники боевых действий, их родственники, друзья, дети войны и просто неравнодушные измаильчане. Концерт был подготовлен силами Дворца культуры, Измаильской ДШИ и Измаильской детской музыкальной школы номер 2. Театрализованная постановка, подготовленная сотрудниками ДК, открыла вечер. Затем городской глава Андрей Абрамченко обратился к собравшимся в зале ветеранам со словами благодарности и пожеланиями мира и здоровья. К чести организаторов празднества нужно сказать, что концерт был выше всяких похвал. Ни одного нудного или затянутого номера. Звук и свет без сбоев. Номера отлично отрепетированы и соответствовали тематике. Хочется сказать несколько теплых слов о народном вокальном ансамбле «Камертон» из ДШИ номер 2. Более чистого и слаженного пения давно уже не слышала местная публика. Особенно блистала в этот вечер солистка ансамбля Алина Чабан, когда она исполняла сольные произведения, в зале плакали. Оксана Картильян, веб-студия «Курьер».